утятки, плывут. Уточка с утятками. Целый большой выводок. Если утки сохранился весь выводок, стало быть, она хорошо их бережет. Вон такая бдительная. Если наши не будут полными дураками, нет гильзы, ты не пойдешь купаться. Если наши не будут полными дураками, они к ним прибьются. Или будут пятна с ними. Пускает, да? Да. Не придется прыгать, ребят, по бугу. Вот подожди, ты по одной доставай. Хоть посмотреть их, мы же их даже не снимали. Покажи хоть. Ты прям кидать хочешь? Нет, я хочу, чтобы они летели. А это кто? Это... Нет. Это мелкая? По-моему, это средняя. Пока они не укусили. Только не кидай вот так вот ее вообще. Они же не потеряются. Я думаю, они будут очень сильно тупить на тему. Это, господи, где я? Пошел. Дома шарахались. Тут прям охренеть. Застеснялись. Прыгай. Они говорят, мы боимся. Эх, никто вас комбикором больше кормить не будет. Зато много другого вкусного. Маня под махом. Маня под махом. Тут едят. Да? Все, природа из природы перепачки. Так, один застрял. О, я слышу чавканье сладкое. Те утки поплыли дальше. Ну, я думаю, они вернутся еще. Вот леса. Да? Наверное. Самая крылатая. Пускай остальных разберутся сейчас. Это они укачались малость дорогой. Эй, далеко не плыви. Пускай. Они, смотри, учатся нырять. Очень большой. Выберет это первый день своей Вот, или на берегу уже что-то отыскивают каких-нибудь, наверное, улиток. Нами кружат мыши. Прям над головой носятся.